Всем привет! Люба Успенская наконец-то помирились с дочерью. Певица Любовь Успенская призналась, что ее 67-летие стало одним из лучших дней рождения за всю жизнь. В этот день произошло долгожданное воссоединение матери и дочери. Татьяна Плаксина и Любовь Успенская находились в затяжной ссоре и не виделись в течение долгих месяцев. Дочь не только вернулась, но и помирилась с родительницей. По словам певицы, все это время ее спасала музыка. На вечеринке 25 февраля в честь дня рождения Плаксина не появилась. Успенская считает, что после победы над наркотиками шумная компания дочери сейчас будет ни к чему. В качестве подарка маме Плаксина пишет картину. «Это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка и даже не мечтала, что это случится именно в мой день рождения. В общем, гости приезжают с Украины, из Италии, из Франции, Монако. Это люди, которые меня поддерживали в тяжелое время. Я закачу пир на весь мир», – сказала артистка накануне празднования дня рождения. Успенская рассказала, что Таня сейчас абсолютно адекватная. Просто после ДТП она страдала депрессией. Сейчас девушку ожидает челюстно-лицевая операция. Певица верит, что сможет спасти Татьяну. В свою очередь Плаксина в соцсети опубликовала фотографию поцелуя со звездной матерью. «Первой женщиной, которую я поцеловала, была моя мама. С днем рождения! Просто будь!» – подписала она фото в Инстаграм. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока.